Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на стриме 1 Holy Play, 7 серию. И сегодня мы попытаемся разгнать бэху в фулл тюнинге, то есть на двух чипах, до максимальной скорости. Я не знаю, сколько она бы в стоке ехала, ну, то есть, если бы она ехала не на чипах. Короче, давайте пробовать, сейчас будет очень страшно. Смотрите внимательно на спидометр, я тоже буду смотреть, сколько же она поедет. Это просто сейчас будет полная жесть, я думаю... Давайте, начинаю разгоняться, пацаны. Так, 211, 223, 233, 200... Так, я даже не знаю, сколько она поедет. Так, 280, 300, 306, 307. Жесть! Она под горку просто нехер делать, едет 190, пацаны. Сейчас будет горка побольше, поэтому давайте поднимаемся. Так, чуваки, максимум она разогналась 307 километров в час. Это очень быстро. Прикиньте, если бы она просто, ну, и на, по самой карте так передвигалась. Не 200 доехала, а 307. Вы представьте, блин, это просто можно было бы так быстро карту объехать. Ну, и так быстро можно было разбиться на этой тачке. Сейчас пробуем в другую сторону разогнаться. Не знаю, что из этого выйдет. Но я успел заскринить, по-моему, 307 или 300 километров в час. Это просто реально жесть. Так, 200, 200, 200, 271. Нет, в ту сторону быстрее было, на самом деле. В ту сторону было намного быстрее, я не знаю, с чем это связано, но было намного быстрее в ту сторону. Поэтому сейчас я, наверное, потом отъеду, буду ускоряться, короче. О, давайте, я просто развернусь здесь, я думаю, и все. Просто развернемся здесь и попробуем поехать в другую сторону. Как раз у нас будет разгон, и сейчас, может, мы 400, может, поедем. Давайте напишу с этой стороны. Вообще не окей. Чем? Так, давайте я нитро включаю, короче. И сейчас попробуем. Я, видите, сейчас буду ехать 160 где-то. И потом резко будет обрыв вот этот, что я разогнался где-то 300. И сейчас попробуем еще быстрее. Так, вот сейчас это будет обрыв. И мы должны, по идее, сейчас быстрее поехать. Потому что я уже... Я там с места трогался, а здесь я уже еду на скорости 170 почти, смотрите. И сейчас будет дикий, в принципе, спуск. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было зря. Это было зря. Вот это было зря, пацаны, вот это было зря, реально. Так, 200, 300, 320, 334, 346, 350, 357. 357, пацаны, 357! Это жесть, просто жесть. Сейчас попробую еще раз, только я сброшу скорость, чтобы машина не улетела. Видите, она прилетает, сейчас попробуем чуть по-хитрому сделать. Я приторможу и потом уже нажму тапку в пол. Здесь так притормаживаем, притормаживаем и нажимаем тапку в пол просто. Смотрите, пробуем сейчас вот так вот разогнаться, потому что у нас уже скорость была. Но, скорее всего, тот раз, когда мы ехали, видите, нет, что-то вообще ни о чем она не едет как-то. Хотя, ну вот, 396, 308, нет, 357, в тот раз было быстрее. Блин, в горку, смотрите, 192 просто спокойно, даже будет быстрее может. Не, 192, 190 под горку вообще не хер делать, бэха едет. Хотя горка такая не маленькая, как я вам скажу. И сейчас вот, видите, будет угол. Сейчас пробуем еще раз, короче. Как мы первый раз, точнее, как мы перед этим прыгали, видите ли, она ударилась и начала быстрее ехать. Ну, не начала быстрее ехать, просто угол так сошел. Так, сейчас пробуем так само удариться. И поехать. Так. Не, не получилось. 280. Ух ты, я выровнялся. Так, как там это завести? Не, нихера не получилось. 294. Короче, пацаны, самый лучший результат это 357. Больше я не смогу выжить. Это вообще случайным образом получилось. Хотя, стоп, я сейчас попробую просто ее наклонить. За счет клавиш, ну, с правой стороны. Я попробую наклонить ее. Чтобы она не так уебалась, короче, и полетела быстрее. Я думаю, сейчас пробуем последний раз. Если нет, то самый лучший результат будет 357. Я, блин, хотел бы 400 выжить, но думаю, это будет очень трудно и, возможно, невозможно. Да, возможно, невозможно даже это сделать. Я не знаю, сколько там максимальная скорость была вообще.
Ну, конечно, блин, там кто-то с спидхаком разгонял, но мы все по-честному, я что-то не юзаю, мы чисто на чипах пробуем сейчас ее разогнать. Так, вот сейчас будет этот угол. Видите, я сейчас морду опускаю просто максимально. Максимально, блин, ну видите, она ударяется просто, и пиздец. Она ударяется, и все, и бесполезно ей что-то делать. Реально, она просто не хочет ехать. Мы сейчас, кстати, просто катимся. Реально, сейчас просто катимся. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.